Я супер военный. И этот ублюдок убил мою жену, схватил моего сына. Мне нужна машина. Я уже в километре от моего автомобиля. А вот, кстати, джип. Ну-ка. Так. О, на нем далеко не уедешь. Господи, а я-то надеялся найти нормальный джип. Ой, господи, меня это нервирует. Как я зол. Супер военная сила. Мне нужно как-то вооружаться. Отныне я буду бороться. Так. Твою ж мать, а? Бомба. Взрывчатка. Укрытие! Теперь, после того, как я взорвал одного противника, нужно идти дальше. Походу, мне придется недалеко, нелегко. Так, вот старый гараж. Автомобиль выглядит как мой. Это мой. Так, хорошо. Мне нужно будет каким-то образом уехать от этих дебилов. Итак. Ой, господи, дайте твою через скоротить. Зато есть очки. Они мне придадут скрытность. Итак. Раз мой автомобиль сломался, заглох, то мне чертовски придется спасаться. Выходим из автомобиля. Прощай, моя БМВшечка. Теперь мне придется идти дальше. Еще дальше. И еще дальше. Далеко, короче, предстоит мне идти. Ой, господи, надо быстрее спасаться. Мне придется как-то спасаться. Черт возьми, время закурить. Бежать! Ранен в руку! Мне сейчас спасаться. Ой. Быстрее! Итак, я подоспел к месту, где мой сын должен быть. Они повсюду. Вот предполагаемый дом, где может находиться мой сын. Вот самая дверь. Никого там нет. Никого там нет. Я сильный. Я могу перевернуть дом. Враг близко. Нужно кое-что делать. Я убегаю.